Двор по улице Белорусская, 98. Здесь всегда много детворы. Кто-то занимается на спортивной площадке, а юное поколение облюбовало аттракционы. Совсем недавно, вспоминают местные жители, двор был в заброшенном состоянии. Там были 30-летней давности какие-то ржавые детские аттракционы. Там были засохшие дубовые деревья и несколько лавочек, амброзия. А сейчас она, я уже сказала, в таком состоянии, что практически для всего микрорайона это стало центром общения и развития детей. Привести двор в порядок помогли в общественном совете микрорайона. Здесь берут в разработку все предложения жителей по благоустройству. Общественники отмечают, неравнодушных людей становится все больше. Наши жители пытаются стать людьми, которые активно влияют на то, чтобы наша жизнь улучшалась, изменялась, повышается гражданское такое сознание. Только совместными усилиями, считают и общественники, и сами жители, можно добиться того, чтобы каждый двор стал ухоженным, а город в целом красивым и благоустроенным. В этом и есть суть реформы местного самоуправления. Очередной этап ее реализации – создание районных советов депутатов, которые станут связующим звеном между жителями и властью. В них войдут люди, неравнодушные к судьбе любимого города. Выборы пройдут 13 сентября. Павел Пресняков, «События».